Коллеги, добрый вечер. Начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную матчу между футбольным клубом «РУК» и футбольным клубом «Динамо Минск». Слово предоставляется главному тренеру футбольного клуба «Динамо Минск» Чельдинскому Андрею. Пожалуйста. Артем. Извиняюсь, прошу прощения, Артем. Мне очень приятно, что по игре сказать. В принципе, ребята вышли сразу в первом тайме, заряженные, должны забили гол в начале. Все хорошо складывались, должны были забить второй, создали моменты, не реализовали, допустили невынужденную ошибку, где соперник смог сравнять счет. После этого, опять же, взяли игру под контроль, старались проводить атаки, забили второй гол, ушли на перерыв спокойно. На перерыве ребятам объяснили, за счет чего может рух во втором тайме взвинтить темп, наверное, они захотят отыгрываться, потому что их счет не устраивал. И за счет этого начали стараться играть, держать мяч, чтобы не отдавать просто так. Но с другой стороны, получили пару невынужденных контратак. Хотя ребята мне предупреждали в перерыве, что очень опасно эти выбегания за спину. Ну, и, наверное, в связи с этим, что еще мы хотели все время скрыть центральную зону, было мало ударов, хотя контролировали мяч, не забили третий. Но когда уже забили третий гол, уже спокойно довели игру до конца. С Матвейчиком, ну, если видели этот стейк, ему разбили голову, и в перерыве он попросил замену подозрения. На, доктор сказал, на сотрясение будет сейчас смотреть. Ну, знаете, если забил, значит, вышел хорошо. Можно сказать в двух словах. Ну, а так, конечно, хочется больше ребятам давать игрового времени своим молодым, но и Ложкин хорошо играл, имел моменты, то же самое, то есть, в принципе, все ребята молодцы, то есть, готовимся дальше. Коллеги, спасибо, вопросы еще? Вопросов нет. Идите.